Сегодня в Полтаве второй день учебно-методического форума «Полтава Футбол Форум», который мы организовываем совместно с Федерацией футбола Полтавщины. Мы благодарны Полтавской Федерации за гостеприимство, за те чудесные условия, которые созданы для наших слушателей. Такие семинары мы пытаемся организовывать систематически. Это третий уже учебно-методический семинар. Первый из них был в конце прошлого года в Киеве, второй осенью был в Одессе, и вот в начале этого года мы делаем третий в Полтаве. Мы привлекали тренеров со всей Украины. Здесь есть тренера с Ужгорода, с Харькова, с Полтавы, с Сум, со всей Украины. И основная задача этого форума – это все-таки пробудить большой интерес тренеров к процессу обучения. На сегодняшний день работа детского тренера – это напоминает работу ювелира, в которой нет мелочей. И все нюансы, все тонкости, они должны быть учитаны и ложиться в общую скорбничку запасов знаний наших тренеров. Любой нюанс, который казался бы для человека несведущего, он может быть и не очень важен, а для детских тренеров очень важен. Здесь очень важны психологические факторы, очень важны мотивационные факторы, очень важны факторы для обучения физическим навыкам, физическим качествам и техническим качествам, точно так же, как и тактическим. То есть в футболе мелочей не бывает, и мы хотим эту философию все-таки донести до наших детско-юношеских тренеров, чтобы они это понимали и каждый день себя пытались совершенствовать для того, чтобы стать классными тренерами и растить золотую молодежь футбольную, в хорошем смысле этого слова. Моя цель – это развивать футбол. В Украине я тем и занимаюсь, что развиваю футбол, помогаю тренерам развиваться, даю им какие-то знания, которые сам впитывал. Я начал играть в 5 лет, а в 15 лет я начал тренировать, то есть я тренирую уже 17 лет. Я обучаю тренеров детей по всему миру, это может быть и Уганда, и Нью-Йорк, и тому подобное. Я думаю, что в Украине мы можем приходить к чему-то новому, вводить какие-то новые методики. Конечно же, старые методики – это все хорошо, но иногда и нужно что-то новое пробовать.